Аграры Могилевской области убрали чверть площу, отведенных под кукурузу. Специалисты отмечают, что урожай на сёлета добрая. У среднем за одного гектара сбирают 272 центнера. Рекордная урожайность у Круглянском районе. У особных господарках она складывает маль 360 центнеров. Добрая кукуруза выросла у Могилевском районе. На палетки отправилась и наша здымочная группа. У господарцы Тишовка Могилевского района сёлета добрый урожай кукурузы. У сельгаспредприемстве 750 гектаров этой культуры. Уся пойдет на силос. Початки по своей спелости уже созревшая, крупная. Поэтому в массе их содержится хорошо, что очень хорошо для заготовки кормов, для кормления и силосования кукурузы. У Тишовцы выращивают два гатунки кукурузы, ободва айчинной селекции. Яны адаптованы миновито до наших умов на дворье, кажут аграры, и дают неблагий урожай. Например, вось с гэтага поля, где расте гатунок полески, за одного гектара сбирают 320 центнеров силосной массы. Там, где идет правильные агротехнические все приемы, внесение минеральных удобрений, своевременная обработка почвы, яды, химикаты, там погода не влияет для получения хорошего урожая. Одночасово с корманарыхтовкой аграры завершают сяубу азимых. 66% площадь засеянной пшаницы с житом тритикали. У лидерах Чавуски, Бялыницкий, Кировский районы на Шклоушчине посевная амаль завершилась. Алина Соловьева, Миколай Соболев, новины региона.